Эти голоса невозможно спутать с другими. Один из любимейших городских коллективов, бессильных баритонов и прекрасных сопрано, которого не обходится ни одно крупное городское мероприятие. Известный далеко за пределами Ивантеевки, академический хор «Вдохновение» под руководством дирижера Любови Каменской пригласил всех желающих на большое выступление. Отчетный концерт коллектива прошел в минувшие выходные в Центре культуры и искусств имени Кекушева. Их выступления всегда очень теплые и атмосферные. Новые, любимые, знакомые композиции. Программу нынешнего концерта участники хора подготовили совместно со студентами музыкального колледжа имени Прокофьева, чтобы прикоснуться к великому искусству хорового пения, погрузиться в особую атмосферу и, конечно, поздравить всех с замечательным праздником, до которого осталось менее 2 недель. Послушать прекрасную музыку, насладиться эстетикой выступления академического хора, зарядиться положительными эмоциями в преддверии Нового года. Все для того, чтобы идти по жизни с вдохновением, говорит художественный руководитель и дирижер коллектива Любовь Каменская. Чтобы каждый человек, который присутствовал на этом концерте, вышел из зала воодушевленный и принес домой только радость и удовольствие. Все было с настроением, все было очень задорно, коллектив старался, и молодые студенты, которые сегодня участвовали в концерте музыкального колледжа имени Прокофьева, тоже от всей души, от всего сердца старались принести радость своим зрителям. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Анна Белова. Новости Большого округа.